Торжокским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Речь идет о смерти трех мальчиков 8, 7 и 6 лет, тела которых обнаружены в акватории Нижне-Нигачанского водохранилища города Кувшиново. Следователи межрайонного следственного отдела и криминалисты отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета, сотрудники МВД и НЧС продолжают работать на месте происшествия. Тела утонувших детей извлечены из воды. Внешним осмотром признаков насильственной смерти не выявлено. Представителями следствия проводится комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии. Для установления точных причин смерти детей в ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается. Торжественный день в истории очередного выпускного класса кадетской роты имени Михаила Тверского 16-й средней школы Твери. Ребятам вручают аттестаты об окончании школы. В зале среди друзей, родителей, учителей и руководства школы верные наставники, представляющие региональные ФСИН, ГИБДД и Следственный комитет. Мы уже многие годы работаем с этим кадетским классом. Существует специальная программа, по которой два раза в неделю сотрудники следственного управления проводят занятия в кадетских классах данной школы, на которых мы даем основы службы Следственного комитета Российской Федерации, учим их патриотизму, любви к родине, уважение правопорядка. Некоторые ребята проходили практику в ГИБДД, что называется, изнутри, изучая профессию инспектора ДПС. Наверное, это единственная школа в городе Твери, в которой созданы профильные классы. И, наверное, не важно, какую выберут для себя профессию в будущем эти дети. Главное, что вот эти направления, которые правоохранительные направленности, они помогают детям понять, где добро, где зло, и научить, что такое хорошо и что такое плохо, и какую-то выбрать очень такую правильную позицию в жизни. Впереди у этих ребят целая жизнь, стержень которой, а это любовь к отечеству, уважение к старшим, привычка к труду и законопослушность, постигался в стенах родной школы в кадетском классе. Тем временем в 16-й средней школе продолжается прием заявлений от выпускников 9 классов тверских школ для поступления в кадетскую роту имени князя Михаила Тверского, созданную в 2008 году. Обучение в кадетском классе юстиции дают дополнительные баллы при поступлении в Академию ИСК России. На своих экранах вы видите телефоны, по которым можно узнать всю необходимую информацию.